Синтез искусств. Под таким названием проходит урок для учеников художественных объединений города. Объединяет их любовь к творчеству. На этом уроке ребят познакомились с работами сочинских художников, посвященными хоровым играм, и рассказали об истории этого фестиваля. Основная задача таких уроков – заинтересовать детей искусством уже в раннем возрасте. Посещение музея – это очень важно. Это же храм искусств. Когда сюда попадает ребенок, он совершенно по-другому себя чувствует. Он совершенно по-другому воспринимает то, что он видит. И, конечно же, это всегда ребенок, он запомнит надолго посещение музея. По планам, творческий урок «Синтез искусств» посетят все участники творческих объединений города. А это более 500 человек.